Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Народный артист Эммануил Виторган показал поклонникам подросшую младшую дочь Клару. Две дочери, Этель и Клара, родились у Эммануила Виторгана в браке с актрисой Ириной Млодик. Кадры с малышкой он опубликовал на своей странице в микроблоге. Девочка сидит у папы на руках и мило улыбается. Кто там такая голенькая? Чьи это ушки? Чья это грудочка? А? Чьи это носик? Папик! О, а папи. Кто? А где спинка? Ой, чья это спинка? Это папи. О, бо-бо-бо-бо-бо. Спинку молоток мне. Я тебя съем сейчас. Эммануил Виторган и Ирина Млодик вместе уже 20 лет. Супруги признаются, что все это время мечтали о детях. Родные и близкие поддержали Ирину в намерении стать мамой. Женщина отметила, что только ради нее Виторган решился стать отцом в преклонном возрасте. «Я очень благодарна мужу. С ним я ничего не боялась, потому что у нас очень дружная семья. Мы также не боимся думать, что нам немного осталось, наоборот, знаем, мы долго проживем», — говорит Млодик. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.